Всем привет! Сегодня поговорим о Нафтексе, марка Фуруна. Как вы видите, этот Нафтекс без принтера. То бишь, мы получаем сразу сообщение непосредственно на Эгдис. Это очень удобно, не надо ничего распечатывать, перезабивать в Эгдис. Просто вбиваете в Нафтексе станцию, которая вам нужна, и вы, соответственно, потом видите на Эгдисе все, грубо говоря, сообщения, которые приходят на Нафтекс. Вот. Просто клацаем правой кнопкой трекбола Нафтекс Message, и мы можем прочитать всю информацию. Что у нас происходит в этой зоне. Для этого заходим в меню Нафтекс. Сначала мы выбираем станцию, от которой мы хотим получать сообщение. Вот мы сейчас, к примеру, находимся в Риге, и у меня стоит станция Таллина, буква F. Мы уже выставили букву F, подтверждаем, назад. И в этом разделе, в нижнем, мы заходим, выбираем также букву F. Как раз таки этот раздел отвечает за передачу сообщения непосредственно на Эгдис. Вот такое мини сообщение вам. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся. Пишите, что бы вы хотели еще увидеть или узнать. Расскажу, помогу, чем смогу. Все, всем спасибо, всем пока.